Экологичный интерьер, фермерские продукты и натуральные материалы. Чем ближе к природе, тем лучше. Поддержим год экологии и улучшим микроклимат хотя бы в пределах собственного дома. Потребитель современный уже научился или практически научился читать, что он покупает кушать. Но почему-то мы не задумываемся о том, чем мы дышим в атмосфере нашего жилища. Что создает на микроклимат в нашем жилье. С первых дней мы начали возить только массив, заниматься мебелью из чистого дерева, чтобы для тюменцев нести не просто товар, а то, что нужно, то, что необходимо. Из массива сосны, березы, дуба, ясени и ольхи рождаются мебельные шедевры. Дерево не только самый уютный и теплый материал, но и вполне универсальный. Если вы думаете, что такой мебелью можно обустроить только жилище в деревенском стиле, то ошибаетесь. Современные способы обработки и богатая гамма природного материала позволяют писать деревянные предметы даже в лофт и хай-тек. Интерьер будет не только натуральным, но и долговечным. Главное – обеспечить мебели достойный уход. Мебель живая, и она требует таких же условий, как человек. То есть мы с вами живые, мебель жива. Идеальные условия для нас с вами, идеальные условия для мебели. Как я купил мебель, за ней нужен уход. Я куплю себе увлажнитель, чтобы за мебелью был уход. На самом деле вы купите его для себя. Увлажненный воздух будет, несомненно, полезен и для мебели в доме, и для его обитателей. Еще душистые шкафы, столы и стеллажи – прекрасный антидепрессант. Абсолютно натуральные материалы пригодны для мебелировки дома даже у аллергиков. А дизайн любого предмета интерьера можно придумать самостоятельно, чтобы он не только оздоравливал климат в доме, но и отражал тонкий вкус хозяев. У нас же больше 12 фабрик, и 4 из них работают по спецзаказу. То есть, пожалуйста, все, что хотите, вот, вплоть до того, что можете начертить на листочке: я хочу вот это, вот таких размеров, чтобы здесь было вот это, здесь был такой ящик. Очень много акций, есть своя система лояльности интересная, с бонусами, подарками. И это еще один весомый довод в пользу того, чтобы сменить свой интерьер на экологически чистый. Тем более, что это вам сулит не только комфорт в доме, но и множество подарков. Акция «Призовые субботы» в Мебельграде продолжается. Но главных приза теперь будет целых 2. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо совершить покупку в любом из салонов торгового комплекса «Мебельград» и за каждые 10 тысяч чеки получить купон у администратора. Заветные бумажки храним до ближайшей счастливой субботы. Одну часть надо будет опустить в барабан, а другую предъявить при выигрыше. Следующий розыгрыш состоится 25 марта. Разыграны будут телевизор, холодильник, мультиварка, хлебопечка и сказочный отпуск на море ценой в 100 тысяч рублей. А еще мы с нетерпением ждем августа. Именно в конце лета это машина-красавица достанется счастливому победителю.